Вот здесь вот коттедж вот один такой можно было снять. Вот столовая. Завтрак закажем. И домики. Видать, на двух человек на первой линии. Сейчас Костя разведет очаг. Нифига, что там? Полный, что ли? Да, насыпалось. С другой стороны уже закрывается. Так, Олег. Вон вся туча эта черная ушла. Вон радуга. Радугу видите? Вон она. Вот такие здесь елки растут красивые. И вот такие вот горы тут. Вон собака. Здесь живет местная с ошейником. Как зовут ее, никто не знает. Наверное, Альфа. Альфа. Альфа тебе живу. Сейчас Костя готовили шашлык в каких-то экстремальных условиях просто. Вот навес сделали. Дымом чуть не задохнулись, и, по-моему, неделю будем шашлыками пахнуть. Не шашлыками, а дымом. Копченый. Дымом от... будем копчеными. О, свет дали в нашем ауле. Так что жизнь бьет ключом. Хорошая живет, еще детей кормит. Так интересно, да? Все, народ подтянулся, заходит в столовую. Пускай девочка. Да, тогда же стоял стол дискетницы. Thank you.
хорошо. Поехали смотреть на красоты Хакасии. Сейчас выезжаем с базы.